Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым и с наступающим Новым Годом! Пусть светлый праздник Рождества принесет в ваши дома любовь и нежность, удачу и уют. Желаем крепкого здоровья, веселых праздничных дней и благополучия вашим семьям. Рождественские и новогодние праздники – лучшее время, чтобы поделиться любовью и радостью со своими близкими и особенными людьми вашей жизни. В этот период мы обычно вспоминаем тех, кто нам особенно дорог, близок нашему сердцу. Покупаем подарки и дарим их, говорим много добрых слов. Спасибо, что в этом году вы были с нами, дорогие покупатели. Спасибо за ваше доверие и за ваши заказы. Вы причина, по которой мы существуем и делаем свое дело. В этот праздничный сезон хотим выразить вам свою признательность за вашу верность, поддержку и заботу. Мы гордимся такими покупателями, как вы. Спасибо, что с любовью заботитесь о наших растениях. Мы верим, что они радуют вас своим цветением. Вместе с вами мы украсим эту землю и создадим Эдемский сад, каждый на своих садовых участках. Пусть дух праздника никогда не покидает ваш дом. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего с вами сотрудничества в новом году. Надеемся, что в новом году у каждого из нас будет больше возможностей, крепче здоровье и все поставленные цели будут достигнуты. Мы ценим каждого из вас и вместе с нашей командой мы приготовили очень много интересных растений на сезон весна 2021. Наши коллекции пополняются с каждым днем и мы продолжаем искать для вас лучшие предложения. Всего вам самого лучшего, новых, ярких, интересных встреч, радостных событий. Сердечно поздравляем вас с этими светлыми праздниками и желаем как можно больше мира, добра, благополучия, здоровья в каждую семью. Пусть благоволение, везение, удача будут вашими верными спутниками. Пусть настроение благополучия и доброты сопровождает вас на каждом шагу. С Рождеством Христовым и с наступающим Новым Годом!